Фома! Чего тебе? Я сбегаю, искупаюсь. Нечего, нечего. Жарко. Ничего не жарко, не ври. Да пусти ты его искупаться. Да, дай ему волю, так он в воде до посинения сидеть будет. Сбрело в башку, что жарко, вот он и ной. Это я. Я первый сказал, что жарко, а не Сергей. Хватит. Все. Хочешь купаться? Иди. Ну иди. Че сидишь-то? Иди, иди. Вот. Идет. Мама. Мама. Где Андрей-то? Нету. Нету? Тут такое дело. Такое. Только... Захожу я сейчас к архиерею нашему. Захожу я сейчас. А там шум, крик, гам такой. Архиерей, Господний, красный весь архиерей бегает. Нету, говорит, моего терпения. Нету. Все, все. Это сон про вас, все. Это про вас. Два целых месяца, говорит. Два месяца. Уже как все подготовлено, а ничего не готово. Не чешутся, говорит, бездельничают. Сколько, говорит, денег запросили. А все бездельничают и ничего не готово. А вы правда много запросили денег, а? Какой там? Мне, говорит, все равно! Даниил Черный! Андрей Рублев! Все равно, говорит! Что это такое, говорит? Что? И вот, вот такое лицо сморщил. Что такое, говорит? Что? Что мне Рублев? Что мне Андрей? Мне, говорит, чтобы к осени был собор расписан и конец. Гонца послал. Жалобы к великому князю. Гонца послал. Гонца послал к великому. Это вы знаете. А что? Еще? Не начинали? Знаете вы? Вы давайте. А то знаете. Где Андрей-то? Опять шел куда-то. А может вы без него? А? Давайте-ка начинайте без него. А? Чего ты смеешься? Вон вас сколько, а? Если он чего не решил. Вон вас сколько. Один ведь он ум-то хорош, а два? Эх, Андрей, Андрей. Ну, вон и гонец поскакал князю жалиться. Ты скажи, да или нет? Чего? Да или нет? В Москве было все решено? Все ж до последней мелочи оговорено. Сам великий князь сказал, что хорошо. Так что ж тебе тогда не ясно? Ну чего мы два месяца до крепоты спорим? Нет, ты толкуй меня, может, я стар стал, из ума выжил. Страшный суд. Бери, пиши. Хоть от работы отказывайся, ей-богу. А может, и правда, откажемся и все, вернемся и все. Так как я людям в глаза глядеть буду? Я же стыда сгорю. Какое время тебе? Теплынь, сухота. Уже давно купол бы закончили бы и столбы тоже. А как их разделать-то можно было? Звонко, красиво. А справа грешников, кипящих в смоле, написать можно бы так, мороз по коже. Поэтому такого беса придумал. Дым из носа, глаза. Да не в этом дело, не в дыме дело. А в чем? Не знаю. А почему глаза отводишь? Да не могу я. Не могу я все это писать. Противно мне. Понимаешь? Народ не хочу распугивать. Пойми, Данил. Опомнись! На той суд страшный. Ведь не я это придумал. Не могу. Как хочешь, Данила. Не могу. А чего ж ты раньше молчал? В Москве молчал. Не надо было браться тогда. Нечисто это. Ну, какой есть. Не сумел, видно, чистоту во мне воспитать. Ну вот, ухожу я от вас. Ну, по мне такая работа.
Спасибо вам за ласку, за подзатыльники, кое-чему научили. А теперь хватит, я работать пойду. Церковь пахнуть тебе расписать пригласили. Велика честь, да есть. Страшный суд писать ухожу. Кто со мной? Ну ладно, оставайтесь. Только не жалейте потом. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если отдам я все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не пойман. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. Хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем. Ну, княжна, хорошо ли? Хорошо. Грешно молоком-то плескать. Баласту какое! Ну что? А почему грешно? А потому. Ну что? Ну вытри меня. Вытри. Ну сейчас высохнет. А, ну ладно. Пойдем гулять-то на речку. Пойдем со мной гулять, а? Отпусти. Ну пойдем. Отпусти, ну говорят. Отпусти, Степан, а то на конюшке отправлю. Ой. А тебе как? Нравится? А по мне лучше и не надо. Легко. Красиво. Легко. Неси-неси ее отсель. То разбаловали мамки-то. А я говорю, не робей. Все равно тебе лучше нас в хором никто не поставит. А разве так распишут? А резьба? Да ведь это только Митяй так и может. Прям без разметки так и режет. Словно птица поет. Глянь. Может, конечно, и как птица, а? Нет, нет, что, я и на соломе пересплю. А ты великий князь. А что, не нравится? Я так скажу. Все переписать надо. И стены, и потолок, все. Только поярче, посильней. Да я 40 лет по этому делу. Да не в умении дело, а в том, чтобы умением этим князя великого прославлять. Ну, будет, будет. Ступай. Ничего переделывать не станем. Потом уходить нам пора. Уж на другую работу подрядились. Уж ждут нас в Звенигороде. Где? Ну да, к братцу твоему. Там уж и камень свезли. Хорош камень. Белее, чем этот-то. Как приезжал на Пасху братец твой, тогда и поладили. Что хотите говорить, то и делайте. Денег не пожалею. Еще оброку назначу. Только чтоб поставили хоромы самые хорошие. Звенигород, так в Звенигород. Степан!
Как глянул я на князя, он весь так и обмер. Это когда я про Звенигород сказал? Во-во, так у него все и захолонуло. Все боится, что братец его переплюнет. А это кто резал? А я. А чего в стену не управил? Да, как ты не сладилась, чё? А чё, хороша зверюга. А, крошится все. А я говорил князю, чтоб на камень не скупился. Небось, сейчас жалеет, когда про Звенигород узнал. Я бы ему такое нарезал. Диво. Эй, козел, живей! Степан! Где Степан? Тришка! Куда Степан поскакал? Там Родин из Звенигород поехал с ребятами. А, ну ладно. Ой, ручки заморала. Братцы тоже хоромы построены не хуже этих. Камень там лучше? Да, получше будет. Глянь, сотник. Чего это он? Это же. Ну-ка, погодь, старшой. А ну помоги ему, в кусты! Где же моя нога? Эй, козел, видел мою нагайку? Михола! Михола! Oh.
Серега. Чего? Почитай Писание. Откуда? Откуда хочешь. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обрита. Ибо если жена не хочет укрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, а жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена должна иметь на голове знак власти над ней для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо не... Читай, читай дальше. Ибо как жена от мужа, так и муж и жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ими. Так как волосы даны место... Данила. Слышь, Данила. Праздник. Праздник, Данила. А вы говорите, да какие же они грешники? Да какая же она грешница, даже если платка не носит? Ну. Нашли грешницу. Ну что? Ладно, ладно, не трожь. Пусть покается раб Божий. Thank you.
Слышь, косой! Всех собирай! Костры готовы! Это что? Брат у тебя такой? Дожди прошли, залило все. Дальше надо. Задание езжайте. Мы уж уходить думали. Вчера тебя ждали. Малый город встретился. Обходить хотел, удержаться не смог. Прости, опоздал. А чего там? Поехали. Здесь и все левей тут мелко. Давай левей. Давай. Обмануть не хочешь? Зря ты это. Владимир пустой, говорю тебе. Великий в Литву подался. Левей там. Вон за тем бором, вон город. Говорят, у великого князя Молснок растет. А ты на престол замахнуться, а? Ну, это еще посмотрим. Я вижу, ты очень хочешь на престол. Но понимаю. Куда ты? Сказано же было левей. Держи! Ты любишь брата? Видно, судьба наша такая. А когда последний раз мирились? А я не мирился. Митрополит вызывал, велел перед Богом поклясться, что будем в мире и согласии. Приехал, братец-то.
Россия, Владимир. А, князь? Ха. Это тебя немал город. Эй, пошли! Пошли! Держи его, Фома! Сейчас я его... Братцы, что же вы? Мы же русские. Я же тоже. Я покажу тебе, сволочь Владимирская. Братцы! Лови его! Ну, хватайся! Эх ты, баранья башка! Ну-ка, кругом беги! Да ты что, оглох, кругом давай, ну! Куда это попали мы? Нет никого! А? Разбежались все. Выросла твоя сучка. Забыла меня, а? Не узнала меня.
Что, князь? Не жалко собора, а? Слушай, князь, а что это за баба лежит? Не баба, Дева Мария, Рождество Христово. А что ящики? Христос, сын ее. Так какая же она дева, если у нее сын? А, хотя у вас на
Руси еще не такое бывает. Интересно. Больно! Ой, мама! Ой, мамочка, больно! Ой, ой, горю! Ой, больно! Ой, вот беда-то какая! Не знаю, я где золото. Не знаю, наверное, украли все. Наверное, ваши татары украли. У вас ведь вор на дворе. У вас ведь ты бы своих поспрашал. Своих поспрашал бы, а? Сказал? Еще не говорил правду. Что ж вы? Погоди. Погоди, что скажу. Посмотри, как русского православного невинного человека мучают. Но... ворюги. Посмотри. Иуда. Татарская морда. Врешь ты, русский я. Признал я тебя. На брата похож. Признал. Русь продал. Русь, признал я тебя. Больно. Ноги татарской на русской земле. Перед Господом Богом клянусь, не будет. Крест поцелую. Крест. Дайте крест православному. Сейчас, сейчас. Будет тебе крест. Когда грехи есть, простит нас Господь. Милость Он простит. Господи, ведь правда простишь ты меня. А вот вы все кипеть будете в смоле кипящей. Вы уйдете, а мы опять все построим. Мы все. А вы в гиене огненной кишки свои повыпускаете. Oh!
Феофан, ты же помер. Ты мне приснился, будто из окна вниз головой свешиваешься и заглядываешь, и пальцем мне грозишь. А я поперек седла на коне лежу, и два ордынца голову мне перекручивают. А ты смотришь и пальцем в окошко стук-стук, а я кричу тебе. Что кричишь? Послушай, что же это такое делается? Убивают, насильничают. Вместе с татарвой храмы обдирают. А ведь ты говорил мне, только мне теперь хуже, чем тебе. Ты уже помер, а я... Помер. Ну и что? Да не о том я. А что полжизни в слепоте провел? Полжизни, как этот. Я же для них, для людей делал днями, ночами. Не люди ведь это, а? Правду ты тогда говорил. Правду. Мало ли, что я тогда говорил. Ты вот теперь ошибаешься. Я тогда ошибался. А разве, Вера, ни одна у нас, ни одна земля, ни одна кровь? Один татарин даже улыбался. Вот так. Кричался. Вы без нас друг другу глотки перегрызете. А? Позор-то какой. Всех перебили. Серегу моего тоже. Я его в такой день нашел, Сережку. Вот, только она одна и осталась. Ну ладно, уходить мне пора. Погоди. Прошу тебя, не уходи. Тебе что, нехорошо со мной? Скучно? Ну, я не буду, не буду. Давай сядем, поговорим. Я тебе расскажу... Я и так все знаю. Знаешь. Я писать больше никогда не буду. Почему? Не нужно это никому, вот и все. Подумаешь, иконостас сожгли. Да меня знаешь, сколько пожгли? В Пскове, в Новгороде, в Галиче. Великий грех на себя берешь. Я тебе самого главного не сказал. Человека я убил. Русского. Как увидел я, что тащит он ее. Ты посмотри. Ну, посмотри ты на нее. За грехи наши и зло человеческий облик приняла. Покушаешься на зло,
на человеческую плоть покушаешься. Бог-то простит, только ты себе не прощай. Так и живи, меж великим прощением и собственным терзанием. А грех твой, как там, в вашем писании? Научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту. Тогда придите и рассудим, сказал Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Вот, не забыл, помню. Может, и тебе полегче станет. Знаю, Господь милостив, простит. Я Господу обет молчания дам, молчать буду. С людьми мне больше не о чем разговаривать. Хорошо я придумал? Нет у меня права тебе советы давать. Нельзя. А ты разве не в рай попал? Господи! Скажу только, что там совсем не так, как вы все тут думаете. Русь, Русь, все-то она родная терпит, все вытерпит. Долго так еще будет? А? Феофан? Не знаю. Всегда, наверное. Все же красиво все это. Снег идет. Ничего нет страшней, когда снег в храме идет. Правда? Яблоки какие-то все гнилые. А, сколько лет земля носит, а такого голода не видывал. Вымираем потихонечку, прости Господи. В округе-то никого не осталось. Пусто по деревням. Вон Ходьковский, все ушли кто куда.
Семеновской тоже будто побежали. Побежали, побежали. Нет никого в Семеновке. С утра проходил. А во Владимире еще пуще. Там третий год не урожай, весь народ убег. А кто живет, крыс ловит до мышей. Ты чего это шепчешь? Не шепчусь, я застудился, в озере ночевал. Как же так? Волки одолели, все по пятам шли. Ну, я от них в озеро зашел, до сих пор стою. Молю Бог, что мне прыгнули. Так стоял, покуда светать стало. Вылез, онемел весь. Вот другу неделю никак не отойду, трясет. Значит, Владимирский ты? Да жил я там. Вон, еще один Владимирский идет. С самого Владимира не говорит. Обет молчания дал. Согрешил. Кается. Из Владимира с собой блаженную привел. Немую. Вот они вместе и молчат. Это до позора своего и привел. Чтобы грех свой все время перед собой иметь. Вот она, святость-то. Артель Андреева. Да распалась вся. Кого ордынцы забили, а кого разметало в разные стороны. А Данил жив? Да разные говорят. То ли на север пошел, то ли помер. Так что он ремесло свое так совсем забросил? Не как Кирилл. Кирилл, ты? Вот Мефодий, ей-богу. Теперь татар напустил. Эй, оттанцуй! Gel alar biz. Gel alar biz. Я вот
Ай-яй-яй, как нехорошо грязное мясо кушать. Беркаси, катати, берузина. Господи, приходи, владыка, ради Господа, Бога нету, правды в мире без попутов. Не могу я более грешить изо дня в день, а без этого нельзя в миру. Грех кругом нечистота, прими отчим покаяние мое, денно и ношно ноги целовать буду. А, говорить ты прежде был горазд, не разжалобишь. Ах, отче, отче, знал бы ты только, сколько горя я вынес, сколько зла вытерпел, простил бы ты меня. А я себя никогда не прощу. Не передо мной виноват, перед Господом. Оставайся. А во искуплении грехов своих Святое Писание 15 раз перепишешь. Келью покойного отца Никодима займешь. Спасибо, Господи. Ой, спасибо, брат. Ой, как хорошо, как хорошо. Спасибо, отец родной. Спасибо! Зонардагалы, птицы. Букаракчаны. Этворны, да. Эй, янынга каракчибулы. Расенали, сені ярадым қалды бөріді. Яры. Яры, яры. Үйрәт әрзің өзің өзің. О, хороший русский. Конина кушай. Хочешь, поедем в Орда? Моя жена будешь? Моя 7 жен имеет. Русский жена нет. Каждый день будешь конина кушать, кмыс пить, деньги в волосы носить, а? Ну? Бутили кыз өзін яратып қалды, алып кетеміз ордаға. Бутили кызын аламыз. Сұқтандырый өзіна көзін байлар. Мен көркем өзінден. Ой, алып кетті. Гневашка. А? Русская жена у татарской муж грязный не бывает. Девочка, пойди с нами, пойди. Айда, кыз, дай рука.
Неужто не признал? Ты не горюй. Покатают и отпустят. Не смеют блаженные обидеть. Грех-то какой?